Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. А вишня? Иди сюда. Это кто наделал? Вот это кто с моим букетом денежденным сделал? Думала, утречком встану, покажу вам свой букет. Мы пошли буквально на улицу на 3 секундочки, приходим. А тут такое. Все распотрошено. Ну, валить скорее, да, конечно. Всем привет, мои хорошие. Ну что, с днем рождения меня, ура, ура, ура. Сейчас я быстренько крашу стрелки, кто-то, мама что-то пишет. Сейчас я быстренько крашу стрелки. Ангелина меня вдохновила, она цветные стрелки. Вот-вот я купила бирюзовый вот такой цвет. Хотела розовую фуксию, но не нашла карандаш. Вот был только один такой вариант, к сожалению. Сейчас буду делать цветную стрелку. И, наверное, сверху сделаю черную, продублирую, да? Ведь можно же так? Я, по-моему, у кого-то ее видела. Самый лучший подарок на день рождения мне сделал деканат. Они перенесли мою курсовую, ну не мою, сдачу всех курсовых на 10 число. То есть я сегодня не защищала курсовую. С одной стороны, конечно, это плохо. Раньше сядешь, раньше выйдешь, как говорится. Откуда у меня столько лексики? Ладно. Не знаю, что получится, не знаю. Чё? Кто родился еще 4 февраля? Известный человек. Кто? Ты попытки у тебя? Я. Ты попытка? Вторая попытка? Ну серьезно, давай без попыток. Известный блогер Бековская. Ну так я же тебе сказала я. Сказала я, но не Бековская. Вот, конечно, классный цвет, но собака ломается быстро. Это гелевый карандаш какой-то. Красота так-то? Ну да, мне нравится тоже. Киберпанк. Я еще выделю черную. Слушайте, ломала голову, как его точить. То есть, типа, смотрю, ну думаю, ну не может же за 300 рублей быть вот такая пипка продукта. И крутила, и вертела, и все. Думаю, ну как, ну не может быть. Я уже сломала там наконечник, посмотрела, что там стержень до конца есть. Все, думаю, блин, ну как его выкручивать-то? Как его точить? Оказалось, его нужно точить просто вот до этой пластиковой штучки. Ну, в смысле, с пластиковой штучкой. О, вон у меня отпечаталось. И вон еще собака так плохо стирается. Ла-ла-ла-ла. Ну, вроде не видно. Не видно же, что он у меня отпечатался. Классно, да? Мне нравится. Привет, я Надя, я рисую разные стрелки. Блин, как так можно вообще? Вот это вот, если только продлим. Все, вроде норм же. Клеопатра. Ну, даже если не симметрично, но я же не бьюти-блогер, правильно? Мне ж простительно. Ой, что я вам хотела рассказать. Господи, эта история, короче говоря, с цветами вчера, вот которую вы видели. Это вообще что-то с чем-то. У нас приехали покупатели с Авито, мы продаем этот принтер. Господи, продаем, уже продали. Из шкафа просто все ненужное отпускаем, как говорится. Вот, приехали покупатели. А Данил мне ровно в 12 ночи, типа, преподнес букет, что вот, любимая, с днем рождения, ля-ля-ля-ля. Я порадовалась, все хорошо. Выходим. Возвращаемся домой. Лепестками белых роз. Ваше ложе застелю, сказала вишня и застелила. И все, трындец, я типа уцелевшие цветы какие-то собрала в букетик, вон он стоит там где-то, бедный несчастный. И стою, пересчитываю эти, короче, цветы, а там четное количество. Я думаю, все, это мрак, это плохой знак какой-то. Короче, я сидела прям убитая, разбитая, недобитая. Бить отпечатывается прям. Принеси ватную палочку и мицеллярную воду мне.
Бежи быстрее, побежал. Куда ты? Я уже почти все. Все, стер. Аки Клеопатра. Аки Клеопатра. Ну вот, что у меня получается. Слушайте, ну неплохо. Чего у меня лицо засвечено? Неплохо, да? Мне нравится. Никогда, никогда в своей жизни так ярко не красила глаза, вот честно. Так, ну сейчас-то ровно, нет, скажите мне. Ровно, нет. Я ж не вижу. Слепошарая. Ну мне нравится, ну что хотите говорите, мне нравится. Это знаете, еще я прихожу к выводу, что чем старше становишься, тем хочется что-то более такое, какие-то безумные эксперименты с собой творить, аки 16-летние. Может, у меня кризис среднего возраста уже так рано пришел. Боже, нет, не хочу. Пожалуйста, упаси меня. Все, крашу реснюли и встретимся с вами в кафе. В кафе попьем кофе с тортиком. Еще сейчас вам... Ой, тут какие-то волосы, господи. В общем, подсказываю, годный лайфхак может кому пригодиться. Мне бабуля тут на медне его сообщила, чтобы у меня очки не запотевали в здании. Берем ватный диск спирта, содержащий антисептик, а лучше чистый спирт. Брызгаем на очечи и протираем. И типа, если они побрызганы спиртом, то очечи не будут потеть. Очечи не будет потеть. А чечи запотевать. Все. Возможно, кому пригодится, пользуйтесь. Сладкая девочка. Ай, моя радость. Вот она что вытворяет. Вот она что вытворяет. Вот она моя сладкая. Вот она любовь моя. Да? Вот она что вытворяет. А как вы уже можете заметить, мы переоделись, взяли любимого зверя и пошли в зеленую рощу. Красота моя. Вот такие у них игрища. Поймал тебя? Покушаемся, давай. Ну чё ты? Стой. Давай, Галя, еще три. Раз, два. Полетели. Издевается над собакой. Ей нравится. Она еще просит, бежит за тобой. Ай, это кто? Это кто, чья башка висит? Все, на ручках вот так успокаиваемся.
парни, штаны-то ведь запачкайте. Всех расцеловала. Ладно, ребятки, на этой чудесной ноте мы с вами прощаемся и приступаем ко второй части отмечания дня рождения, да, ведь? Пока. Дай лапу. Дай лапу. Табор уходит в небо. Сейчас коня-то продадут, коня-то украдут. Скулы, ты была моей тайной.